Всем привет, меня зовут Маргарита, и сегодня мы с вами поговорим о Швейцарии. Швейцарская природа поражает красотой и разнообразием. Многие люди мечтают переехать в Швейцарию. Это одно из самых чистых и гармоничных обществ на планете. Рассмотрим с вами преимущества вида на жительство Швейцарии. Это неограниченное по времени право на проживание в Швейцарии и пребывание в странах Шенген-соглашения. Высокий уровень жизни. Швейцарские города регулярно входят в число лучших мест для жизни, учитывая такие критерии, как личная безопасность, природная красота и инфраструктура. Политика и финансы. Швейцария также выигрывает по своей политической и финансовой стабильности, что позволяет ее жителям наслаждаться высоким уровнем жизни. Здесь низкие налоги. Например, налоги Швейцарии ниже, чем в США, Франции, Канаде или Великобритании. Также здесь высококачественное образование и медицинское обслуживание. Если вы желаете проживать в Швейцарии, вам необходимо предварительно получить национальную визу D и уже по прибытию в страну обратиться с прошением на вид на жительство. Для того, чтобы ваше заявление считалось приемлемым, необходимо подтвердить, что первое, вы не будете искать работу в Швейцарии, второе, у вас есть медицинская страховка, третье, у вас есть необходимые финансовые средства и гарантированный доход, необходимый для проживания в Швейцарии. А прожив в Швейцарии не менее 10 лет, вы можете подать заявление на получение разрешения на постоянное проживание. Вы также можете подать заявление на получение швейцарского гражданства, но этот процесс более сложный. Друзья, если вас интересовала Швейцария, обращайтесь к специалистам нашей компании для уточнения всех нюансов. На этом у меня все. До новых встреч!